Если у вас есть дома рисовая бумага, и вы сильно ею не пользуетесь, потому что она не очень вкусная, вот как я, например, но у вас есть еще и микроволновая печка, то скрывать это больше нет сил. Берете кусочек, листочек рисовой бумаги, кладете в микроволновую печку и ставите на минуту. Можно на 30 секунд, можно на 40 секунд, ну, короче, до минут. Она начинает вот так вот, знаете, делать так. Не бойтесь, это нормально. Это так она реагирует на микроволновые опыты, которые над ней сейчас происходят. Вот я волнуюсь, видите, красное, это значит, я волнуюсь. Такую важную информацию вам даю, прям немножко заволновала. Короче, серьезная вещь. Замечательно.